Так, ну что, опять продолжение. Спортмастер. Так, что у нас? Полный рубляк, слушай. У них пакеты сейчас платные, у спортмастера обнагрелись совсем. Барыги. Так, значит, Columbia Omni Heat. Muscle Play. Коробочки. 1800 она стоила и вышла где-то до 1200, так как у меня были бонусы. Об этом еще поговорим. И вот что удивительно, в приложении на сайте, да, эти вещи есть, а в магазине их вроде как нет. Они прячутся на складе зачем-то. За 1200 я покупал какой-то поганый глиссет, странный, вонючий глиссет за 1500 осенью. А тут настоящая Columbia, в которой действительно должно быть не холодно, не жарко, судя по отзывам. Смотри, какие тут. Так можно ходить, типа до гей-клуба можно идти вот так, да, через Бутово. А там уже, а в гей-клубе уже можно вывернуть наизнанку и там под биджи станцевать с пацанами. С мацанами. С молнией, значит, она. Что-то она какой-то. Такое ощущение, что она огромная. Ну-ка. На примерку. Я вроде мерил Columbia какую-то футболку и решил, что 46-48 это мой размер. Ну, по плечам нормально. По плечам нормально. Может, еще даже сядет. Но, в общем, надо было чуть-чуть поменьше брать. Columbia, значит, больше имеет. 46-48. Ну, надо было брать поменьше, чтобы она это самое обтягивающая была. Ну, вот, заметь, в коробочке. Все. Круто. Далее, это я уже на витрине увидел, висело тоже 46 размер, термит, российская говнобренд, но тем не менее за 1000 рублей, это казалось бы за 1000 рублей, нету таких цен даже в Остине или в Заре в каком-то, где там дешевки продают, при этом качество оно такое более-менее. Вот такие тут ставочки, такие вот шнурочки, все очень симпатично. Тут еще такое все трам-пам-пам. Не написано. Мужской, мужской, все. Мужской. Так что вот это вот флаг. Этот флаг не про меня. Так, еще тут можно отрезать. Это для твоей бывшей. Руководство. Что сделать с одеждой? Что мне еще понравилось? Что меня подкупило? Что не понравилось, кстати, вот эта надпись, что очень больно она бросается в глаза. Но здесь нигде не написано термит. А, нет, написано, вот он, термит. Ну да ладно, кто там будет читать? Плотненькие карманы. Мне понравилось, что она с замочками. Причем они такие вот непроницаемые, что ли. То есть этого очень не хватает, когда ты на велике там туда-сюда, в общем, ну такой вот спортивный стиль, да. Что-нибудь ключи сюда можно положить летом. Кошелек можно смело, вообще кошелек смело здесь держать. Вот. Карманами обычно не пользуешься этими. Так, человек только те, кто дурь толкает, руки в карманах тут носят тут. Вот. И тут, кстати, вот так все прошито. Нет, не прошито. Ну вот, смотри, здесь есть еще вот такой большой карман, как бы внутренний. Два внутренних. И это всего лишь толстовка. Швов кривых я не вижу, ниток никаких не торчит. Так, даже оверлок аккуратный. Немножко маловат капюшон, но... Как в капюшоне, я смешон. Но... Мне он вроде как особо-то и не понадобится, я думаю. Вот. Но футболку она будет в самый раз. Ну, а на что ее еще? На куртку одевать? Вот. Ну, может быть, я не знаю. Надо с кем-то советовать. Смотри, какой хлястик еще большой. Все, все круто. Мне нравится. За такую цену
То есть она мне вышла рублей где-то за 700. Это даром. Все-таки толстовка, и сколько здесь работы. Так, далее. Больше ничего нет. Нет, что-то еще есть. Самое неинтересное я на потом оставил. Так, и самое еще очень интересная вещь тоже, которой нету в магазине, но есть на сайте. Вот так, наверное, выглядят футболки у них, Колумбии, и Найки всякие. Когда их, вот, обратите внимание, она стоила 1500, ну, такая обычная примерно цена, стала стоить 700, и плюс еще 30% от 700 бонусами моими. Собственно, вот они, наверное, так и выглядят, футболки. Они их потом на вешалке развешивают. Никто ее не мерил, как ты видишь. Она вот прям нулевая. Как ее отсюда вытащить? А, о, вытащил. Это Колумбия. Цвет выбрал. Цветов там было 3. Разрывался, не знал, какой выбрать. Выбрал такой. Еще есть футболки с длинным рукавом за ту же цену. Одну смотрел в магазине, померил и решил, что 46-48, как на ней там что написано, 46-48, это мой размер, я так решил. Ну, может быть, она будет чуть-чуть свободная. Хорошая футболка, даже если бы здесь ничего не было написано. Цена для такой вполне себе нормально. При том, что она, видишь, тянется. То есть она спортивная, она такая резиновая. Мне это очень доставляет. Не была бы она Колумбии, я бы, наверное, все равно бы ее купил. Но я бы все-таки хотел, чтобы здесь была какая-нибудь надпись прикольная. Вот. Но опять же, она кажется какой-то здоровой. Надо брать поменьше. Вот все-таки поменьше. Вот здесь, смотри, какая приколюха. У меня как раз Nike серый с синим. Джинсы есть серые, с синими там кое-где. Также вот кое-где местами синие подшито так. Вот. И это будет очень круто смотреться все в таком стиле. Когда летом буду на велике гонять. Она тоненькая, она легкая. Может быть, еще одну такую возьму. Ну, не такую точно. Там есть другие расцветки. И цвет шикарный, такой серый. Есть еще такого вот зеленоватого оттенка и еще какого-то оттенка. Все классные. Так, померим. Нормально. Можно было на размер поменьше. Вот прям обтягивало. Ну, я мышцами не накачан, так что особо там обтягивать-то нечего. Так, и последнее, что нужно было отложить. Сейчас и поговорим уже про бонус, наконец. Так, чек. Ну, все это барахло стоило 3600. А экономия составила... так как они еще там все по полцены и все такое, экономия составила где-то около 6000 рублей. Ну и кроссовки Demix, естественно, для работы, как это как рабочая одежда, рабочая обувь. Я их уже мерил. 44-й, сделано в Китае, все в общем как обычно. И мне даже нравится коробочка. Такая нормальная. На ноге их смотрел. Выглядят они неплохо, но в демиксах ходить за шквар. Так что. А на работе там пофиг. Собственно, демиксы стоили около 1000 рублей. Что там 1000 с копейками. Ну, то есть они со скидкой 1700. Это за полцены. Собственно, 3500 они стоили изначально, но. Demix это не бренд, поэтому 3,5, извините. 3,5 это можно уже скетчерсы какие-нибудь купить. Уже филу какую-нибудь можно купить.
А Демикс, извините, за что? Ладно, когда ты за бренд, за... Сейчас перезагрузим. Я могу понять, когда за бренд переплачиваешь, а когда никто, звать никак, и 3,5. И вот они упали до 1700. И плюс бонусы, они где-то 1200, наверное, стоили. Хрен тут этот чек прочитаешь. 1200 кроссовки мужские для бега. 1200 с копейками. Что такое 1200 с копейками? Значит, 1500. Я сейчас покажу. Вот посмотри, купленные New Balance якобы. Вот во что они превратились. Не, ну, где-то месяца два носки. Тут какие-то пустотелость какая-то. Ну, особо я их не убивал. Я больше так ходил. Просто ходил. Я не занимался спортом. Ходил как по работе. Все вот это облезло. Все порвались. Все вообще ни на что не годятся. Они стоили 1500. И они пойдут на помойку. А... Вместо них я буду ходить в Demix. То есть это и дешевле, и они качественнее. Это видно, вот здесь вот очень твердое. Твердый задник. Вот тут вот мягкое, здесь вот потверже. То есть они более-менее сделаны. Они дышащие. И эта фигня, как мне говорил продавец, не сильно промокает, если что. Ну, то есть, прямо-таки в ливень попадешь, промокнет, конечно, а так, если небольшой дождь, то ничего страшного. И так она, может, там немножко еще и дышит. Ну, посмотрим, может, еще успею купить какие-нибудь демиксы, тоже демиксы, но такие прямо в дырочку, знаешь, бывает, чтобы вообще на жару, мало ли лето будет какое, неизвестно. Очень такие интересные у них... Подошва такая вот прямо мягкая, пружинистая. Вот. Ну посмотрим, что лучше купить. Demix за 1200 или одноразовое говно на рынке, подделку, да, грубо говоря. Собственно, что еще хотел сказать, но забыл. Ну так смотрятся они симпатично, мне кажется. Вполне. Вообще, Демиксы, они там некоторые ничего такие выглядят. Шнурочки тут все, траля-ля. В общем, вполне. И что мне еще понравилось, здесь нигде нету таких крупных надписей. Demix. Просто какие-то кроссовки. Чуть-чуть похожие на Asics. Видишь? Может, даже на Reebok. Ну, они у всех понемножку слизывают. Это... такое что-то тоже фейк. Да, на сайте даже написано о них, что как это называется, для средней пронации, понимаешь, то есть и они сертифицированы, получается, то есть они официальные, и там же еще и написано, для какой они пронации, то есть про них уже их уже ортопедически правильные, понимаешь? То есть они сделаны так, с расчетом на то, что их будет носить человек, а не хрен знает что. Те, которые покупаются на рынке, их неизвестно по каким шаблонам шили, как их шили, неизвестно. Скорее всего, взяли один какой-нибудь Nike, разрезали, и по этой выкройке там чуть-чуть увеличивая, сделали от детского размера до взрослого, и все как попало, и в общем... портишь себе стопу, портишь позвоночник, все на свете, а здесь вроде как, я надеюсь, здесь должно быть такое что-то более-менее грамотное. Так, ну что, по поводу бонусов. По поводу бонусов, тут такое дело. Заходишь либо на сайт, либо в приложуху. Вот тут у меня уже написано, что я потратил. Оп. О, тут написано, что у меня
951 бонус остался. Плюс-минус еще 300, наверное, придет завтра. Приложуха маленько тормознутая, но так, более-менее. Тут вот можно выбрать бренды, распродажи, все на свете. И сделать обычный заказ. Ничего платить не надо. Платишь при том, когда приходишь, забираешь на кассе, тогда и платишь. Какие плюсы? Вот этой футболки в продаже нет. Этой футболки, термофутболки Колумбия, качественный и крутой, да, тоже нету. По цене говняной, отечественной, или какой-нибудь говёной, приговёной. Много хороших отзывов. Так вот, этой тоже нет. Вот. А эту я просто случайно увидел, купил. Все. Ну, демиксы они там еще есть, можно брать. Но это демиксы, как бы они не особо популярны. Что еще хотел сказать? Так вот, ты, значит, накапливаешь бонусы на покупках и накапливаешь бонусы еще. В общем, я мог купить их все отдельно. То есть сначала эту, потом на следующий день вот эту, на следующий день вот эту. Эту, наверное, надо было сбрать сразу, потому что, ну, 700 рублей. Такое качество. Конечно, увидел, купил. Без вариантов. Тем более, она вот серая с синим. Мне очень подходит под все мое тряпье. Я такое собираю. Как... Купил кроссовки Nike. И понеслось. А, еще, да, еще был у Оливера ликвидация. Тоже там набрал барахла. Намного денег. Ну, там стоило вообще все подешево. Там футболки по 200. Оливер, в котором ходит вся Европа, футболки по 200 рублей продавались. Там надо было вообще в кредит взять, скупить весь магазин. Такой я жадный. Так вот. И можно было даже вот, ну, в принципе, вот если бы это... Ну, ты зашел, посмотрел так, приметил, сфоткал, чек сфоткал. Эти две нашел в магазине. И вот это. То есть можно было сходить, сделать заказ и забрать, потом на следующий день сделать заказ и забрать, потом на следующий день сделать заказ и забрать, и также сделать заказ и забрать. В принципе, можно было даже в один день. Пришел, забрал, вышел из магазина и со смартфона. И вот, и можно было сделать таким образом раз, два, три, четыре заказа. И это было бы так. 600 плюс 600, 1200 бонусов на будущее. 1200 бонусов, круто. Это если что-то покупаешь за... Ну, сколько? 3000? Да нет, больше. 4, да, если что-то покупаешь за 4000, вот как раз 1200 скидка у тебя будет своя. Причем в любое время. Эти у меня бонусы, как бы сейчас бонусы все люди тратят, потому что это был бонусный период. То есть спортмастер идет какой-то бонусный период, его объявляют. Все, что ты покупаешь, тебе на все это идут бонусы. Потом период, когда эти бонусы тратишь. А вот когда через приложение, то круглый год, независимо ни от чего, по 300 бонусов за каждую херню, которую ты покупаешь. Но она должна стоить от 1000 рублей. Так что вот это вот не прошла бы. Это тоже. Вот это бы только прошла. Но тем не менее можно было сделать коллаборацию такую вот. Вот эту с этой, допустим. Но это бы не дождалась меня. Бесполезно. И демикс отдельно. То есть я бы еще 1200 бонусов, наверное, потратил. Вот я бы их мог как бы вернуть, у меня бы они остались. Ну вот не могу я так, мне хочется всего и сразу. Опять же обзор сделать. Воды. Ну и кстати, вот Nike недавно покупал куртку. Мне кажется, вот с этой Колумбии будет круто. Даже вот в холодильник выйти. Около ноля, наверное, будет нормально с термофутболкой. Попробуем. Просто интересно. Все, уже информации переполнил.
Да, а было у меня всего 3000 с полной бонусов, еще 900 осталось, еще там куртку покупал. Кто-то скажет, ну это все равно маркетинг, эти бонусы, да, я понимаю, но 3000 бонусов из 3500, 3000 у меня были за заполнение какой-то там анкеты. Недавно что-то там они пересчитали, и что-то там, в общем, была какая-то канитель, в общем, мне их закинули, 3000 бонусов. Ну еще летом будет за день рождения бонусы еще закинут. То есть со спортмастером я надолго. А там, глядишь, через пару лет еще и золотая карта у меня будет. Вообще круто. Вот так. Мерить будем, не будем, не знаю. Пока не знаю. Посмотрим. На всякий случай прощаюсь.